Действительно, к сожалению, в последнее время в основном информация идет о приостановке деятельности туристских туроператоров, и в основном эта информация все-таки несколько негативного характера. А мы с коллегами из Краснодарского края проработали очень серьезный проект. Инициаторами этого проекта является Федеральное агентство по туризму и администрация Краснодарского края. И, собственно, вот мы считаем, что это очень хорошая новость для тех туристов, которые по линии туроператора Нева не смогли поехать отдыхать. И изначально эта акция планировалась и адресовывалась именно им. На базе города-отеля «Бархатные сезоны» лицам, которые пострадали от действий туроператора Нева и не смогли уехать за рубеж, предлагается уникальные условия для отдыха. Краснодарский край готов принять всех пострадающих. Проживание бесплатное до 7 дней с завтраком. На недоуменные вопросы, а почему же, а где же здесь самый главный вопрос, за счет чего? Скажу просто, ответ на поверхности. Каждый турист, помимо того, что он живет, он еще оставляет деньги на экскурсиях, в кафе, в ресторанах. Мы с лихвой компенсируем эти затраты, и город Сочи примет гораздо больше туристов. После Олимпиады очень большой потенциал. Город-отель «Бархатные сезоны» – это комплекс современной 3 звезды на берегу Черного моря с чистейшей водой сейчас. И в 3-звездном отеле пожить 7 дней, я думаю, много будет желающих. Тем более сейчас там открылись новые объекты турпоказа. Олимпийский парк, просто это стоит посмотреть. Ну и вообще, коллеги, отдыхать лучше в России, на курортах Краснодарского края. Вы будете приятно удивлены, когда вы приедете в Сочи, в Адлер, в Эмеретинку и посмотрите, как там хорошо. И в Красной Поляне тоже. Поэтому приезжайте, примем всех. Резервы у нас есть.